Пока здесь лишь остатки былой красоты, деревья и бывшие клумбы, из нового только детская площадка. Сделать из безымянной и неухоженной зеленой зоны на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера благоустроенный новый сквер предложили студенты и преподаватели Самарского экономического университета. Молодые люди сами готовы привести в порядок территорию, чтобы она стала еще одним украшением советского района Самары. Вуз имеет достаточно большую и хорошую, на наш взгляд, историю. Можно было бы, на наш взгляд, создать сквер экономистов. И, соответственно, мы вот сейчас объявляем конкурс на планировку этой территории. На заседании топонимической комиссии идею поддержали. Только название могло бы быть более глубоким, отражающим славную историю вуза. Можно провести конкурс среди студентов на лучшее название сквера, а также необходимо проработать варианты внутреннего наполнения территории. Более вдумчиво, мне кажется, стоит относиться к названию, понимая, что это история. В будущем можно сделать проект планировки парка, определиться все-таки концептуально, что там будет. То ли там будет какая-то галерея бюстов, то ли там будет один памятник, да? То ли там арт-объекты какие-то, да, и действительно посмотреть на деле, как инициатива общественная, студенческая реализуется в плане благоустройства, например, этой территории. Мы со своей стороны поможем. Одно из предложений – установить в сквере памятник почетному ректору СГЭУ Анатолию Носкову. Возможно, к благоустройству площади на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера приступят этой осенью. А вот территорию в районе улиц Солнечная, Демократическая и Димитрова в промышленном районе уже облагородили. Теперь жители просят присвоить этому месту статус аллеи. Из-за близости к 175-й школе назвать предложили «школьная». Впрочем, историки считают, название должно отражать знаменательные события из истории и предлагают дать имя аллее «Тимуровская». В 1940 году на этой территории, ну, рядышком, снимался художественный фильм «Тимур и его команда». Там, возможно, на этих кадрах можно увидеть эту территорию, которая как раз входит в этот комплекс. Поэтому, если что искать, пожалуйста, название есть. Представителю инициативной группы название «Тимуровская» пришлось по душе. Но очень важно, чтобы все изменения в городе были поддержаны широким кругом общественности. Во внимание нужно брать все точки зрения жителей. Помочь в этом должны общественные советы микрорайонов. Мы сейчас реформу местного самоуправления завершаем практически, да, с принятием поправок в закон. И мне бы хотелось, чтобы вот общественный совет вашу инициативу там поддержал. Общественное обсуждение инициатив по переименованию планируется проводить по всем вопросам, вынесенным на топонимическую комиссию. Павел Баймаков, Марина Кравцова, Константин Головин. События.